Всем привет! Мы продолжаем с вами бродить в игре под названием Kingdoms. И я нашел таки, где можно добыть железо. Я не помню, предполагал я в прошлой серии, но мысль у меня, по крайней мере, такая была, что может быть в руинах что-то есть. И да, так и есть. Я прибежал в руины. Ну, тут они, сейчас увидим. Воу, воу, воу. Чё? Вот это нормально. Да чё такое-то, алё? Жесть. Кажись, я застрял. Да ладно. В общем, вот, железо-то вот оно. Железная руда. А чё такое? Нифига. И вход завалило. Тут только что же вход был, дальше проход. Вот это жесть. Так, друзья, интересный поворот, конечно. Во, тихо-тихо, вот, починилось. Вроде как. Ну, по крайней мере, вроде бы пещера починилась. Чё-то за жесть такая. Ужас. А куда руда делась только что здесь была? Уф, так, давайте-ка попробуем выбраться отсюда все-таки. Нет, да, нас не хотят выпускать. Не хотят, чтобы я показывал, как добывать руду. Вот это жесть. Так. Так, давайте-ка сейчас попробуем перезагрузиться. Перезапуститься. Возможно, даже уже в пещере. О, фу. Фу, хорошо, что я перед входом в пещеру сохранился. Ну да, я тут уже вот накопал две руды. Ну, это как всегда, по пути собирал, бегал. Так. Чё-то... Ну, давайте попробуем еще раз зайти. Оп. О, все вроде нормально. А это что такое? Это тоже какая-то руда? По-другому выглядит. Давайте попробуем посмотреть. Ой, рано отпустил. Так, что же это у нас такое? Оп, тихо. А, ну тоже, то же самое железная руда. То же самое, только выглядит по-другому немножко. Ну хорошо, давайте немножко здесь, блин, не заблудиться бы потом. А на карте это вообще как-нибудь это выражается? Не особо, ладно. Ну, короче говоря, вот вход, мы просто от него пойдем вглубь туда и все. Это что такое? Тоже железная руда? Тут, наверное, все железная руда. Я вот так с камнем немножко и не понял. А, то есть мы за раз такую глыбу с вами, да, опрокинули, окей. Я говорю, я с камнем немножко не понял, как в итоге что там делать. Ну, может, тоже потом как-нибудь на бреду куда-нибудь случайно найду что-нибудь. Мне интересно, что это за кристаллы, но я их пока вроде не могу собирать. Может, потом по мере прокачки. И сколько нам этой руды-то надо? Ну, давайте сейчас пособираем. Наверное, по 10. По 10, наверное, стакается, да? Как доски. Ну, вот сейчас десяточек соберем. И пойдем тогда. Попробуем что-нибудь покрафтить из этого. Так. Все, приехали. Тупик, да? 7, еще бы 3. Да, вот интересно, что за кристаллы такие светящиеся. Ну ладно. Так. Углубляться не очень хочу как-то. Так, немножко в бок отойдем. Вон там какой-то пьедестал. Что это такое, интересно. Ну ладно. Давайте собираем. Так, вот грибы какие-то, мутанты здоровенные. Так, тут нет ничего, нам еще две бы, да, собрать. Еще бы две где-нибудь надыбать. Так, выход у нас тут. Давайте в другую сторону просто сходим и все.
принципе, тут вроде сложного ничего нету. А вот это вот что такое? Тоже самое, только опять же выглядит по-другому. Да, абсолютно верно. Так, а что-нибудь интересное-то мы здесь найдем? Я еще так в руинах-то особо не бегал. Как-то без надобности было. Ну ладно. Все, да, последнее у нас. Да, десятое. Пойдемте сейчас крафтить. Я, кстати, один раз, когда забегал в пещеры, у меня после этого, у тебя карту открывают, тут на ней ничего нет. И когда я выходил из пещеры, в общем, это жесть какая-то. Игра совсем зависла, все зависло, компьютер завис, пришлось перезагружать все это дело. Загрузился, но вот опять на этом же месте, как бы вот мы вроде бы снаружи, но дальше почему-то вообще нас не пускают. Даже не подпрыгнуть, ничего, никуда не дойти. Зайти в пещеру попробовать. Ну вот мы в пещере нормально все. Перемещаемся, как бы не знаю. Но наружу почему-то не выбраться. Все в инвентаре, все нормально. Но вот теперь дальше пещеры. Обратно нас не пускают. Оп. Вот опять вот. Ну что это такое? Да. Вот в пещеру заходим. Причем каждый раз какая-то разная пещера. Они тут заново что-то генерируются постоянно. Я не знаю. Тихо. Так, давайте еще раз куда-нибудь подальше отойдем. Здесь где-нибудь попробуем сохраниться. Я не знаю. Сохранимся. Сохранились, все. Так, бежим к выходу. Вот, ну что вот это вот такое за булыжники над головой? Да, что-то пошло явно не так. Ну давайте загрузимся. Эх, там наш чуть... Да, печаль. И почему-то появляемся мы сразу вот здесь вот, перед пещерой, на забагованном месте. Ну что могу сказать, грустно. Грустно, товарищи, друзья. Да, печаль. Так, ну-ка еще раз. Последняя попыточка, так сказать. Воу, как все опять залагало-то. Жесть. Ну да. Ну, в общем, все сами видите. Нас не выпускают отсюда. Карту могу достать. Ну вот мы как будто бы снаружи. Ну да, недаром говорят, что руины странные, и лучше их обходить стороной. И жители нас предупреждали. Да. Дела. Вот нам в ту сторону как бы надо. Как бы. Ну там кто-то бегает. Олежка. Олень. Ну-ка. Ну-ка, стой, олень. Ой. Убьем последнего оленя или нет? Ну, видимо, нет. Стрелы. Естественно, не прилетают куда-то там. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Так, если я подальше встану, так, вот так. Хрен, да? Ясно, я тебя понял. Ты ч? О! Во! Во! У нас получилось! Ура! Жесть! Да ладно! Ура! Я уже думал, все, конец. Давайте сразу тут сохранимся. Сохраниться. Просто нужно было, короче, немножко порезче. Типа я такой изо всех своих сил постарался и вырвался. Вот это жесть, конечно, да. Фу, такой стресс, нужно срочно семян пособирать. Для нашего огородика. Короче, вот такие вот тут штуки бывают. Аномалии какие-то, короче, да, в мире происходят. Ух, жесть.
Ну ладно. Главное, что мы вырвались оттуда, из этой западни с вами. Я уж, честно говоря, я думал, что все. Приехали. Отлично, фу. Так, ну ладно, что тогда? Мы все-таки насобирали с горем пополам 10 руды. И сейчас можно попробовать там посмотреть, что с ней. О, левелапчик на наших любимых растениях и семенах. Да я не понимаю, почему тут камни-то нельзя фигачить. Так, давайте сразу отложим. Отложим семена. Так, ягоды остались и все остальное. Но это у нас уже ну как можно пройти мимо? Смотрите, какая красота, да? Вот тут на огороде у нас. Тут подрастет. Еще вот эти вот все цветы ненужные как-нибудь убрать бы отсюда. Было бы вообще здорово. Тут, смотрите, пшеница такая растет. Класс. Так. Так, все, хватит семян. Хватит семена собирать. Сейчас зайдем. Так, что там нам не нужно? Нам не надо это. А, давайте сразу тогда в руки. Так, поедим. Все, сложим это пока. И ягодки тоже вот так вот оставим. Все, погнали. Погнали в нашу кузницу. Итак, давайте посмотрим, что мы тут сможем сделать. Слиток. Ага. Чтобы делать стальные слитки, нам нужно прокачать навык. Ладно. Сможем сделать с вами железные стрелы. Вот броню бы сделать бы. Потом на медведя можно идти. Но для этого, ну, чтобы именно доспехи сделать, нам нужно опять же прокачать навык. Ну, может, кстати, с вами апнулись, мы, может быть, сможем прокачать. Сколько у нас там? 10 очков. Так, ладно. Сейчас. Опа. Прямо у нас в этой кузница растет нормально. А чтобы сделать меч, нам нужен. А, ну мы можем и как бы и железный, и стальной. Окей. Давайте, в общем, сделаем тогда один слиточек. Все, скрафтили слиток. Вот он у нас есть. Так, ого, это типа на один слиток нужно 5 руды, да? Да, серьезно? А, ну да. Хорошо, так, сейчас мы попробуем сделать меч тогда, давайте какой-нибудь. Ага, ну вот у нас есть, да. Так, какие у нас тут варианты? Такой классический или какой-нибудь вот так. Не, не хочу такой восточный какие-то, да? Вот такой давайте сделаем. Такой, так. Ну, давайте вот такой оставим. Так, рукоять у нас будет. Рукоятка. Так. Это что такое? А, да ладно. Хе. А, смотрите, от длины-то зависит вес его и сколько нам нужно руды будет на него. Прикольно. Ну давайте мы сможем, в принципе. А, и умение тоже. Интересно. Давайте сделаем. Нет, сколько у нас там? 75. Пускай будет.
Я так, от этого меняется. Так, у нас 5 все будет. Да, давайте сделаем. Сколько мы максимально можем? Сейчас 10 атаки, это 74, 70. 72 сантиметра, вот, 10 атаки будет. Хорошо, давайте, 10 атаки, 70, так, 2, окей. Тогда давайте сразу сейчас второй слиточек сделаем. Блин, я теперь не знаю, мы теперь стрёмно находить в эти шахты добывать. Как же нам еще железо добывать, чтобы потом крафтить? Так, 72. Так, хорошо, хорошо. Так, ну такая вот будет. Ручку вот такую давайте сделаем. А, два, этот, двуручный типа, да? Ха-ха. Интересно. Так. Нет, тут нам нужен с вами 72, это мы помним. Ручка. А, скорость 1, скорость 1,5. Скорость, смотрите, да? Скорость атаки. Интересно, тут все это учитывается. Так, хорошо. Сейчас давайте сначала выберем с вами. Я даже не знаю. Давайте все. Нет, что-то не очень, по-моему. Да пускай вот такая будет. Так. Ага. Самый маленький двуручный это 90 сантиметров. Но нам не нужен, нам надо. Так, сколько? 20. Давайте 3. Нет, давайте 20. Сейчас по минимуму опять же сделаем, чтобы не очень много весело, чтобы скорость не теряли. Так, сейчас 70. 72, это мы помним, да? 72. И тут вот. Так вот. И 28. Это как раз ровно метр у нас получается, да? Метровый клинок такой здоровенный. Чего? Как это не хватает ресурсов, подождите. На живот. А там что надо? А, сорян. А, блин, надо, короче, еще в 2 раза больше железа. Потому что мы сейчас сможем только одну заготовку с вами. Ну, блин. Ну, ладно, давайте. Скрафтим. Как есть уже. На что хватит, грубо говоря, да? А потом, может быть, я как-нибудь аккуратненько еще по пещерам побегаю. Но в них уже, около них я точно сохраняться не хочу. Хочу, буду сохраняться где-нибудь в городе и бежать туда в пещере, и потом, если что, загружаться. Так. Давайте сейчас. У нас... Так, айрон, да. Так, еще пока один. Оп, уже два, да? Кинжал, типа. Не, вот, так, 60 сантиметров. Такой. Ну давайте, чего, 60 сантиметров нормально, в принципе. 8 атаки. Крафтим. Чего? А, типа вот сразу так вот, да? О, 500, 500 голды. Ну-ка. Давайте-ка за... Чего? Господи, у нас с топором атаки больше, чем с этим мечом.
Да. Ой, не то. А тут можно что-нибудь делать с ним? Нет? Нет, наверное. Только тут чисто. Ну ладно. Ну-ка, давайте. Ну да. Ну ладно. Зато мы с вами посмотрели, как это все делается. Будем лучше топором всех рубить. О, у нас тут уже ночь на дворе. Оп. Так, ну что, скажу, надо бы поспать, наверное, нам. Раз такое дело. Сейчас. Глянем. У нас же там еще меч какой-то есть. Так, кстати, у нас тут бревна, если что, есть еще, надо не забыть. Так. Сейчас посмотрим с вами. Вот это то, что 5 атаки, а также стоит, как и наш, короче. У нас только 8 атаки, а здесь 5, которые нам изначально давали. Так, я думаю, нам можно их выставить оба на продажу, хотя, конечно же, никто ничего не купит. Ну так, чисто для галочки. Сейчас поспим только до утра, давайте тогда. Вот у нас, мне кажется, семена поспели. Да, все выросло, можно забирать. Будет. Ладно. Сейчас давайте. Что же интересно делать вот с этим-то? Все спят еще. Да. И ни заданий никаких, и ничего, да, нет. Ну да. Да, жесть, конечно. Чуть не застряли сами, но зато получилось посмотреть, как тут все это с мечами и с прочим делом стоит. Так, выкладываем, выкладываем. Интересно, поскольку они продаваться-то будут? Ух ты, по 970 аж. Нормальная наценочка, почти в 2 раза. Ну, как, в общем-то, везде в магазинах. Хотя нет, в магазинах, мне кажется, даже больше. Да, вот такие дела. Ну что, друзья, я думаю, на этом серию тогда мы закончим сегодня. Чуть было не застряли мы с вами в пещере, я уже думал, все, это конец, но все-таки с усилием таким, скажем, выбрались оттуда, накопали немножко руды, посмотрели, как крафтится оружие здесь. Вот, и пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. До следующего раза. Всем пока-пока.